Праздники со вкусом. С 21 декабря в Иванове стартует фестиваль «Новогодний подарок». Традиционно уже в третий раз площадь Пушкина у драмтеатра станет главной праздничной площадкой. Здесь разместятся домики, в которых ивановцы не только смогут приобрести и попробовать разнообразные вкусности, но и научиться готовить их. В этом году у нас будет очень много представлено дополнительных мастер-классов от участников фестивальной торговли. В том году мы попробовали этот формат, он очень понравился. В этом году у нас поступило 42 заявки, среди которых очень многие предприниматели предлагали даже не один, а несколько на выбор проведения различных мастер-классов, которые были бы интересны как семьям с детьми, так и просто взрослым людям, посетившим наш фестиваль. Организаторы праздника обещают, будет весело и вкусно. На площади Пушкина можно будет приобрести подарки для друзей и близких. От новогоднего декора до елочных игрушек. Поучаствовать в мастер-классах по кулинарии, рукоделию и даже танцам. Ивановские рестораторы научат готовить как экзотические блюда, вроде меренг на палочках, карамельных яблок, цветных бургеров и корн-догов, так и исконно русские – зеленые щи и традиционные вареники с вишней. А согреет гостей праздник, как обычно, безалкогольный глинтвейн, на этот раз вишневый. Глинтвейн каждый год становится только лучше, на самом деле, потому что мы его каждый год дорабатываем. Изначально мы делали его на соке, вот. Потом я стал папой, я понял, что я бы своему ребенку сок не дал. Вот. Мы стали готовить его на ягодах. Вот. И сейчас, то есть, мы его готовим как раз на ягодах. То есть, ребята готовят здесь глинтвейн для всех жителей, такой, который я бы сам давал собственному ребенку. Вот. Это очень важно. Занятие по душе и лакомство по вкусу найдется и взрослым, и детям. Новогодний городок начнет свою работу в субботу с прибытием Деда Мороза и будет открыт для посетителей по будням с 16 до 20.00. Выходные праздники с 12 до 20.00 вплоть до конца новогодних праздников. Наталья Гутарина, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.